Ну да, покрытие есть, маленько привыкаем, потому что немного покрыли его. И такое бывает цепко, как сказать, цепляешься прям в паркет, то есть непривычно, конечно. Считаем, у нас все занятия проходили на улице, отвыкли маленько от паркета, так что сейчас привыкаем. Но нормально все проходит, втягиваемся с мячом. Всегда приятнее играть с мячом, бегать, какие-то упражнения выполнять, чем просто какие-то, не знаю, там, физические нагрузки, просто бегать, там, легкоатлетические, грубо говоря, там, кроссы, ускорения. То есть нам всегда приятнее где-то нагрузку получать через мяч. Так что основные нагрузки, я думаю, мы прошли. И сейчас уже наступает момент, где где-то тактические моменты подкорректировать и вообще с мячом уже начинать привыкать. После отпуска все равно давно мы даже четверкой не играли. Мы, считаю, когда играли на улице, всегда играли большим мячом. То есть все равно сейчас привыкаем даже уже к нашим мячам, потому что все равно уже отвыкли, привыкли к тем, что все нормально проходит в обычном режиме. Буквально вот мы недавно перешли только в зал, все равно игровые кондиции, я имею в виду, еще есть к чему набирать, к нашей прежней форме. Так что, ну, конечно, все равно ждем в турнир, хочется уже поиграть. И, то есть не только тренироваться, уже хочется игр. Так что готовимся потихоньку к ним, осталось совсем немного, так что я думаю, все нормально подтянутся, наберут где-то свою форму. И турнир покажет, но это всего лишь товарищеский турнир, ну и на товарищеский турнир у нас высокие цели всегда. То есть, ну, Тюмень, да, не выигрывала ни разу, так что будем стараться. Ну, главное, я говорю, чтобы все подошли без травм и просто набрали свои физические кондиции, вообще игровые, то есть нормально показывали хороший футбол, так что тренера все нам скажут, как что и действовать. Как, в какой игре, по какому сюжету, скажем так, они хотят нас видеть, в какой мы футбол играли. Ну, сейчас я говорю, сейчас в основном все упражнения с мячом, то есть это технико-тактические занятия, потому что все равно и много ребят, кто сейчас добавились, вернулись с аренды и кого-то просто подтянули, кто-то новенький, то есть и тут упражнения, то есть все равно там тренерский штаб разговаривает с ними, объясняет, какой футбол мы предпочитаем, какой футбол мы играем. То есть такие больше на тактику, с мячом в основном все равно, и через мяч все равно мы неплохую нагрузку получаем. Так что не сказать, что мы сейчас пришли в зал, и мы там так просто играем, там, знаете. То есть тут тоже не так все просто и легко.